сейчас выйдет. Да я не вот его. Да. Вон он уже. Это круто. Не надо, он порвет себя что-то. Давайте цепляйте за меня и все. Диагоналка. У Макса разве нету блокировок? Так, следующее препятствие. Ну тут очень известная фотография сделана на этом месте. У вас на БТРовских и Мега у вас. Вот тут мы с Максом фотографировались. Ого, хорошо тут. Я думал, только что проехал не глубоко. Тут жесть вообще, вот тут просто. Такой февраль без словить можно. Да. Там прохерячить. Прохерячь. Там вот глубоко же, да? Глеб, а ну пройдись еще, я там и шел, вроде бы там можно проехать. А не проедешь. Может быть будет жопа. Ну жопа. А Крис как проехал? А вот так взял, вот так вот пошел. Одним колесом по вот этому и подскочил. А здесь, вот здесь? Не-не-не, пока. А, по краю? Вот нет, он здесь. Так, Макс с Нивой. Давайте у вас пошел. Так, не надо ехать. Так, следующий. Слики. Все равно это у вас. Ого. Да, там сильно. Резины не хватает этой, да? Не. Так, вот он, разведчик. Что-то он уже не хочет дальше идти. Мне кажется, ты там застрянешь, Леня. Ну сейчас, давай пусть ГАЗ-69, он полегче. Лег, вот там, там не надо, прими сюда, стой. Да. Так, следующий претендент. Юрец. Сейчас лупанет по свободному месту. А он траекторию посмотрел. Красиво как. Ну тоже ничего. Сюжет закручен. Так, как-то тут пройти еще туда. Пока непонятно как. Юру развернула. Глеб сидит. Леня сейчас его будет вытаскивать. Куда ты, домой, Леня? Ну вас нафиг! Пока! Глеб вперед потянулся. Да. Я не знаю, давай. Давай твой выход. Куда выход? Никто никуда не едет. Да вот тут лупани где-то. А еще что, и посидеть еще здесь? Да нет, тут, провалишься, наверное. Так, тут можно пройти, оказывается. Ну
у Юры руль. Юра! Лево. А, не, он назад будет. Он заднюю включит сейчас и назад крутанет. Так, Леня. Леня, ты сюда не можешь? Девятый. По новой траектории. Ну, жестковато здесь. Вот такое натуральное болото. Спасает только, что машина не тяжелая. Лебедка хорошая. Не, лучше взять за УАЗик. Потому что если сейчас... Если сейчас лопнет это, то где крюк прилетит лобовой. Так он не на мостах, он не идеальный, его чуть-чуть потёрли. Он же не крепко сидит, Макс, он чуть-чуть. Ну да, да. Хотя бы одним колесом попробуй. Нормально долетел. Поехали. Так, оффроуд по периметру. Макс тоже подуперся. Ого. Идет. Выходит.
собака замаялась. Так, тут продолжают попытку разъехаться. Нормально идешь. Хорошо я шел, только что. Отходи, отходи, отходи. Газу больше надо. Да, немножко слики. Слики подводят, да? Да. Ну, там и Макс, он. Развернулся. Самой жесть. Все, теперь все. Теперь да. Да. Ты мостом упал, Ваня. Сейчас. Может, если ты назад, назад тоже возьми. Оставай на пятку, все. Подожди, да сейчас водит его Макс, он его возьмет на канат, да и все. Ты, блядь, канаты к Максу я прицеплю. Он не уже бегать. Ну, сейчас увидит. Да я шутка. Да, вон он уже. Круто. Не надо, он порвет себя что-то. Давайте цепляйте за меня и все. Диагоналка. У Макса разве нет блокировок? Межосевая тоже как-то не срабатывает. Да, замесил уже хорошо там. Да, да, только под берегом, да. А не помнишь, где? Чуть-чуть не хватало, Крис подтянул и все. Так, сейчас. Что там за звуки? Ну, все нормально. Красавчик. Вот и Леня. Леня. Ищем рацию, ищем рацию, ищем рацию. Ищем рацию. Рацию так. Нашли. Саня, молодец. Красавчик. Не, ну она же отвечает. Если бы она севшая была, было бы сложнее, конечно. Она была бы очень сильная. Работает. Не, ну видно же, человек купил Ниву сразу, да? Да, в двухсотку так не ходит. Не-не. Да? Не, ни разу, ты что? Вообще, я не думал даже, что у тебя есть такой костюм. Я его сам одевал лет, лет 5 лет, последний раз. Ну да, ну так а что у тебя? Паджеро, там, Тойоты, блин.
Купил нормальный внедорожник, сразу приоделся. И цвет лица другой, смотри, как выглядит хорошо, да? Розовый. Розовый, красивый. Цвет Нивы. Цвет... Лицо цвета Нивы. Макс, где Макс? Так, дотянули. Счастливый обладатель Нивы идет. Саня, у тебя все полное боевое впечатление, да? Да. Что такое, Виталик? Стоп, под... стоп. Устал, блядь? Виталь, отходи. Сейчас тебя разрежут. Да не, он в костюме. Куда ты, что ты делаешь? Ты что? Ух ты, блин, ты был близок к этому. Кусок фуранера полетело с тросом. Кусок фуранера. Ну давай там два их, давай за другие. Запчасти от Тойоты отваливаются. Нет, шаттл, наверное. Шаттл 3. Думаешь? Да нет, ну что, даже там еще было. Ну что, все? Петли нету. Теперь тебе только задним ходом домой ехать. Трофей от Тойоты. Леня приварит. Да нет, за лебедоны можно. Этот Нива вот только правильно оделся. У всех ноги мокрые, замерзли. Он был готов. Да, да. А не очкуй, давай. Текайте все. Да не, я далеко. Помогай колесами. Подожди. Крис, едь с ним вместе. Отходите сзади, отойди. Едь вместе. Вместе едьте. Там сзади отойдите. Стой! Стой, стой, стой! Назад! 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 Чуть-чуть! Один оборот назад! Один оборот! Отъедь назад! Давай, 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 давай! Еще, 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 еще! Оп, нормально все! Возьми! В руки, может, трос проще взять будет. Да, там уже колючуник. Да давай коксу. Давай. Давай. Коксу давай. Все, 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 Крис, тяни. Теперь мы его сюда. Да я ж там не вижу. Макс, зацепи, зацепи, я назад сдам. Ну куда я в кустах? Да он тянет тебя, стой. Да куда я в кустах, я сейчас назад сдам. Да что, ты сейчас нормально вытянешь? Давай, назад. А что там справа? Влево руль, Леня, влево руль. Все, вперед, влево руль и подтянем. Еще, еще. О, стоп. О, теперь коксу, влево руль и коксу. Все правильно я тебе говорил.